Из этого выпуска вы узнаете, какие еще интересные арт-объекты появятся в Иванове. Гость нашей программы Владимир Шарыпов. А еще мы заглянем в мастерскую к художнице Нине Бахтигиряевой. Расскажем, какой необычный предмет всегда брал с собой в дорогу Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой. И познакомимся с образцовым фольклорным ансамблем «Махоня». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я, ее ведущая, Любовь Почерникова. На этот раз главная тема выпуска посвящена стремительно меняющемуся облику областного центра. О том, как планируется сделать Иваново ярче, мы побеседуем с главой города Владимиром Шарыповым. Сегодня у нас в гостях Владимир Шарыпов, глава города Иваново. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время в городе появилось много интересных арт-объектов, на площади Ленина, например, да, несколько сразу возникло, у дома корабля ладонь выросла из-под земли, да, которая держит дерево. Скажите, пожалуйста, какие еще планируются, может быть, интересные объекты, да, установить в городе? Если честно, какие еще объекты появятся, я не в курсе. Узнаю я вместе с жителями города о том, какие арт-объекты появляются у нас на территории нашего любимого города. Соответственно, у меня была встреча с общественными деятелями, которые вот этой тематикой озадачились. Она была сначала по граффити, да, потом они уже перешли к арт-объектам. Я, конечно, эту идею поддержал. Я считаю, что город у нас становится интереснее и красивее благодаря тому, что люди за свой счет, без привлечения бюджетных средств, что-то делают. И ограничивать их тут сильно как-то не надо. И согласование все идеи проходят через художественный совет города, в деятельность которого я также, конечно, не вмешиваюсь. А скажите, пожалуйста, а вам какой хотелось бы проект, может быть, осуществить? Есть какие-то ваши личные идеи, да, вот, чтобы сделать наш город еще краше, интереснее? Зимой я уже говорил о том, что считаю, что у нас должен быть какой-то обязательно уголок для молодоженов. Причем он должен находиться в центре, это должна быть законченная, оформленная зона, так, чтобы можно было сделать красивые фотографии, куда-то далеко не выезжая. И, конечно, не выезжая за пределы города. Вот в рамках комфортной среды, реконструкции набережной, я думаю, что эта зона, она появится. Есть мнение такое распространенное достаточно, что Иваново серый, скучный по современным меркам города. Как вы считаете? Нет, мне совершенно так не кажется. Понятно, что у каждого города своя специфика. И рассуждать о том, что город скучный, серый, могут только люди, которые ничего не знают об истории нашего города, которые не интересуются культуры родного края, и наш город совершенно не скучный, и просто мы вместе должны сделать так, чтобы у нас город действительно стал красивым, интересным, чтобы появлялись новые благоустроенные места, пешеходные зоны и так далее. А как вам кажется, чего действительно не хватает нашему Иванову? Не хватает нашему Иванову благоустройства. И самое главное, у нас не хватает нормальной пешеходной зоны, как я уже сказал, по центру города, потому что очень ограниченная у нас пространство сейчас, по сути, набережной с одной стороны и площадью Пушкина. То есть нет какой-то зоны, где можно было бы так достаточно долго, в течение часа и, может быть, большего количества времени прогуляться и прогуляться действительно по подготовленной пешеходной зоне, которая будет нормально, современно благоустроена. Вот этим мы будем заниматься. В планах у нас, конечно, в стратегических, это реконструкция набережной от, соответственно, Соковского моста до парка Степанова. Мы планируем, что в связи с застройкой, планируемой на ближайшие годы, будет развиваться набережная и от Соковского моста в сторону будущего моста по улице Бубнова. Ну, это такая далекая достаточно перспектива. Вот мы начали, по крайней мере, с центра. И, конечно, бульвар какой, надо тоже приводить в порядок. Должна быть концепция развития какое, учитывая то, что была продана, ну, наверное, треть самого какое. Она сейчас находится в частных руках. Рано или поздно там будет вестись строительство. И надо подготовить застройщиков, хозяев этих земельных участков к тому, чтобы они именно своими зданиями вписались в архитектуру нашего города.
А уже есть какая-то концепция, как должен какой выглядеть? Да? Вот сейчас мы над ней работаем, это сложный, конечно, вопрос. Не так давно поднялась шумиха еще вокруг памятника Пушкину. Автор изготовил, да, но заказчик не платил работы. И вроде бы общественность поднялась собрать средства. Вот мэрия как-то в этот процесс вмешается, поможет, ведь на Пушкина нет памятника, да, достойного поэту. На художественном совете рассматривали этот памятник. Я знаю только результаты, то, что этот памятник, он был признан не подлежащим установке на месте, вот, где у нас должен стоять основной памятник. То есть, если его рассматривать просто как какой-то очередной арт-объект, чем отличается арт-объект от мемориала, от памятников? То, что надоел этот арт-объект, мы его убрали, и как-то это не сильно повлияло на город, это не стоит значительного количества денежных средств. То есть, вот этим отличаются арт-объекты любые от памятников. Поэтому этот памятник, он появится, я, конечно, его фотографии видел тоже в социальных сетях. Может, на площади Пушкина, ну, не знаю, там, у драмтеатра взамен какой-то скамьи. Общественники как раз, те, которые деньги собирают, они занимаются арт-объектами. Если у них получится, мы, конечно, найдем место для расположения данного памятника. А получается, на Пушкина пока не будет такого монумента, да? Мыслей, идей нет на этот счет, чтобы что-то сделать? Дело в том, что площадь Пушкина надо в целом реконструировать, и пока мы не поймем источник финансирования, говорить об этом преждевременно. Но если мы говорим про памятник Пушкина, который должен появиться на указанном месте, конечно, это должна быть серьезная скульптура. Не всем ивановцам нравится, что появляются новые арт-объекты. Вот их мнение как-то учитывается, может быть, корректируются проекты. Вот, да? Потому что есть люди, я знаю, которые совершенно против, например, селфи-маршрута, что он в городе появляется. Может быть, эти люди против всего? И тогда мы получаем ответ на вопрос о том, почему они против. Так вот, по селфи-маршруту. Это условное ведь название, да, это не какой-то официальный маршрут, это не официальная пешеходная зона, то есть это люди просто, которые хотят украсить наш город. Ну, вот те люди, которые занимаются этим селфи-маршрутом. Никаких оснований их не поддерживать я не вижу. Еще раз повторю, то, что согласованием всех арт-объектов занимается художественный совет. Ничто, ни один арт-объект без художественного совета установлен быть не может. Соответственно, коллегиальный орган принимает это решение, администрация не препятствует. Если люди, которые чем-то недовольны, имеют какие-то свои идеи, они могут также прийти к нам, поделиться ими, и, соответственно, мы поможем им в реализации уже их идей, если, конечно, они у них есть. Да, это главный вопрос. Да, это главное. Скажите, пожалуйста, вот еще много разговоров о памятнике, который бы символизировал тот статус, да, Иваново как города-невеста. Вот был даже соцопрос о том, каким он этот памятник должен быть, где, как движется эта работа. Вопрос сложный. Начну с того, что, опять же, решение по всем памятникам у нас принимает художественный совет. Вот. Мне как человеку, как жителю города, кажется, что затея достаточно бредовая, просто сама по себе. И я не очень представляю, как можно там поставить невесту одну без жениха, и пока я не представляю себе ту скульптурную композицию, которая бы нормально вписалась и символизировала бы Иваново именно как город невест. То есть, если мы говорим о том, что, например, рядом с невестой поставить жениха, это уже как-то и не очень скульптура невесты, да, получается. Если рядом мы ребенка поставим, тут вообще как бы памятник уже семье получается. Эти памятники, они, может быть, и нужны, но не хочется повторять там какое-то советское прошлое, когда в каждом парке там стояла женщина с веслом. То есть, может быть, это кому-то нравится, мы рассмотрим все предложения. До меня пока конкретные предложения по этому памятнику не доходили. Есть жители, которые интересуются таким моментом, что в городе Иваново есть такая точка, где пересекаются целочисленные координаты, да, конфлюенции. Вот, но памятника там нет, хотя в других городах это очень популярное место для туристов. Вот есть ли какие-то планы, идеи, может быть, осуществить? Про точку конфлюенции я, конечно, знаю. Смысл это ведь не в установке памятника, а в благоустройстве пространства, которое находится рядом, так, чтобы это было нормальным сквером или какой-то благоустроенной зоной. Вот. А что касается вот той точки, где у нас находится конфлюенция, ее в любом случае надо благоустраивать, делать там какую-то скульптурную композицию. Я думаю, что мы к этому подойдем, когда именно будет развиваться у нас набережная по другую сторону Соковского моста, вот, соответственно, там, ну, по тому направлению. Когда это может произойти?
хотя бы порядок? А все зависит от того, насколько у нас будут возможности по финансированию. Конечно, хотелось бы сразу благоустроить весь город и, может быть, даже залезть на территорию федеральных ведомств, например, каким-то образом углубить дно реки Увать в центре, чтобы у нас не было вот этого болота. Но все упирается в финансы, к сожалению. И по реализации программы комфортной среды жители также могут решать, то есть что там благоустроить в дальнейшие периоды. То есть можно рассмотреть, опять же, тут же площадь Пушкина, площадь Ленина, точку конфлюенции. И если жители города, сквер в микрорайоне Московский, да, потому что очень много было у людей предложений именно по этому скверу. И если люди примут решение по точке конфлюенции, конечно, эти деньги, они будут направлены именно на данный объект. И еще такой вопрос. У нас, да, грядет юбилей губернии нашей, да, большой, значимый. Есть ли, может быть, какие-то планы, как в Иванове особо отпраздновать эту дату, да, может быть, установить какую-то стелу в сети интернет, различные варианты? Перед передачей дали посмотреть, как эту стелу видят жители. К сожалению, к нам она никак официально не попадала. В соцсетях я ее почему-то пропустил, это предложение. Соответственно, рассмотрим, подумаем. Если область возьмет на себя финансирование, тут шансов будет, конечно, больше реализовать. Единственное, что я вот как раз, когда вот ознакомился с этими эскизами, ну, я подумал о том, что, может быть, сделать ее как-то посовременнее, с экраном, там, с тачскрином, да, чтобы больше информации просто можно было снимать с поверхности. То есть не обязательно там ее все сделать там, из экрана, да, то есть можно оставить как ту композицию, которая вот у нас на столе лежит. Ну, соответственно, пока тоже какой-то конкретики не было. То есть все решаемо. Главное, чтобы были идеи? Главное, чтобы были идеи, и чтобы были те люди, которые готовы эти идеи воплотить в жизнь. И чтобы было меньше тех людей, которые занимаются непонятной критикой, сидя на диване и не давая никаких, соответственно, предложений и не участвуя в жизни города. И, конечно, чтобы было больше тех людей, которые не считают Иваново скучным городом, а любят свою малую родину. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Спасибо вам. Есть в Иванове художница, которая искусно рисует искрометные шаржи и в то же время пишет иконы. Героиня нашего следующего материала – Нина Григорьевна Бахтигиряева. В своей последней книге «Как я снимала кино» я очерк о Нине Григорьевне назвала «Народная художница Нина», на что она так с улыбкой, с юмором сказала: «Действительно народная, весь народ перерисовала». Понимаете, у нее действительно более 500 рисунков лучших людей Иваново, Ивановской области и элиты культурного мира, который приезжал нам в Иваново. Каждый, без исключения, портрет для Нины Григорьевны дорог. Но особенно она гордится работами, где изображены люди, известные на всю страну, которые в 80-е годы побывали в Иванове. Палат Бельбуляглы, Як Йола, Елена Камбурова. Приезжал с гастролями Олег Константинович Попов и многие другие. Вот тогда, несмотря на то, что я работала в третьей столовой оформителем, но как-то умудрялась вырываться вот встречи с этими людьми. Они, некоторые из них приезжали ведь не на один день, останавливались в гостинице. И мы договаривались с нашими журналистами вот из Рабочего края, из Прямой речи, Танечка Полосина, Юля Маленина, Люба Клюшкина. Вот, они договаривались с этими людьми о встрече, и я как бы так с краешку где-то так присаживалась и делала набросочки. Портрет Паллада Бюльбюляглы написан ровно 30 лет назад. Как-то увидев его на экране, уже седого, но усы все те же черные, вот, мне так захотелось просто как-то послать ему
Ну, вот как в конверте вот этот портрет, как напоминание о юности. Теплые воспоминания, связанные с портретом Петра Петровича Шереметьева. Эта работа висит у графа в рабочем кабинете во Франции, а на руках у художницы второй экземпляр с автографом. Неизменная традиция дарить портрет, но оставлять себе копию. Стоит отметить, что не каждое лицо Нина Григорьевна воплощает на бумаге. Мне очень важно вот такое лицо выразительное, потому что вот много лиц просто обычных, там, красивых, которые как бы рисовать-то не очень интересно. А когда вот есть за что зацепиться, вот, тут вот уже и результат получается, ну, лучший, да? Здесь за что зацепились? А вот здесь зацепило за его усы и пьяные глазки. Вот. Игорь Генералов – великолепный художник. А еще Нина Бахтигиряева занимается иконописью. К ней она приступила в 90-е годы, когда стали закрываться предприятия, и художники, которые до этого момента работали при каждом цехе, оказались не нужны. Ну, сначала просто разделочные доски, потом шкатулки под палех. Появлялись небольшие частные магазинчики, вот сдавала туда. Вот. А потом Виктор Бычков, мой земляк, кабравчанин, сказал, что не порти-ка ты глаза с этими шкатулками, давай попробуй себя в иконе. Решиться на такой ответственный шаг художница долго не могла. Лики я не писала пока, а одежды, архитектуру расписывала. И так вот за несколько лет как бы уже потихонечку перешла к ликам. И в Коврове, вот в храме Иоанна Воина, находится 12 праздничных икон, которые я написала в 2000-м, за два года. Писать на заказ иконы Нина Григорьевна не любит. Предпочитает делать то, что просит душа. Говорит, когда работу ждут, чувствует себя неуютно. А иконы не терпят спешки. Важен душевный настрой. Я спрашивала и иконописцев наших ивановских. Я спрашивала краеведов, которые в том числе и реставрацией занимаются. И все в один голос говорят о том, что иконы замечательные. И плюс к тому, что она еще пишет портреты, они у нее живые. Есть у Нины Бахтигиряевой мечта – создать альбом с портретами палевских художников, своеобразную галерею лиц старшего поколения признанных мастеров, которых до этого никто и никогда не рисовал. 50 портретов уже готовы, и художница будет продолжать кропотливую работу над следующей серией рисунков. Русские народные? А что у вас ассоциируется с этим словосочетанием? Сказки, песни, игры? Все верно. Наш следующий материал посвящен образцовому фольклорному ансамблю «Махоня», который хранит национальные традиции и обычаи. А вы слышали Катюшу в такой манере исполнения на казачий распев? Девушки из образцового фольклорного ансамбля «Махоня» еще не такое могут спеть. В репертуаре коллектива, которому в этом году исполняется 15 лет, народный репертуар всех областей России, в том числе Ивановской. Стараемся сохранить традиции, чтобы детки знали свои корни, не забывали о них, берегли их и знали русскую народную песню. Фольклорный ансамбль работает при Доме детского творчества номер 3 на базе гимназии 36. Здесь занимаются почти полсотни ребят от мала до велика. С самыми маленькими мы играем и в игровой форме даем элементы и обрядов, и какие-то вокальные знания. Конечно, безусловно, когда они подрастают, усложняется репертуар. Мы стараемся их вовлечь, чтобы им было интересно. Вот когда они получают радость от совместного творчества, от действия, им, конечно, с этим расстаться трудно. И поэтому они у нас ходят с 7 лет и до 18. Екатерина Панова поет 6-й год подряд. И хотя школу уже закончила, поддерживает теплые отношения с коллективом. Пришла я сюда, наверное, абсолютно случайно. У меня подруга здесь пела. И я думаю, может, мне тоже попробовать. И вот уже 6-й год, и я перешла на 2-й курс колледжа культуры. То есть я пою и на профессиональном уровне учусь. Здорово, барабан! Не слышу! Здорово, барабан! Здоровенько. А что ты делаешь? Померло.
живая. Чего? Померла, говорю. А что разговариваешь-то? Да по привычке, да из-за вредности. Ну и вредничай себе. В русском народном творчестве песня немыслима без игры, как и игра без песни. Когда ребята играют, они лучше чувствуют друг друга. Это их объединяет, говорят руководители. В русском народном творчестве и аккомпанемент на народном инструменте – баяне. Концертмейстер Анатолий Куляскин прикипел к коллективу всей душой. Фольклор мне больше нравится. Так сказать, это корни наши, вот русские народные корни. Отсюда все идет. Все, что тут заложено, все это есть у нас и в коллективе, и детей мы этому обучаем. Дружная атмосфера, красивые костюмы – вот что привлекает сюда ребят сначала. Остаются потому, что здесь опытные педагоги, которые многому научат. Да и скучать тут некогда. Каждый праздник в календаре – это повод для новых игр и песен. Музей семьи Цветаевых обладает весьма необычным экспонатом, глядя на который не сразу определишь, что же это такое. Узнаем, что всегда брал с собой дорогу отец поэтессы Марины Цветаевой. У нас есть вот такой предмет, называется он яйцеварка. Она принадлежала семье Цветаевых. Точнее, принадлежала Ивану Владимировичу Цветаеву. Он очень много путешествовал. А когда путешествовал, он был таким человеком из небогатой семьи, всегда экономил. И очень много путешествовал по Италии, чтобы можно было бы облегчить себе, там, приготовить завтрак в поездке, он возил с собой вот такую яйцеварку. Этот предмет попал в коллекцию музея в 90-е годы из московского дома Ивана Владимировича Цветаева и очень нравится всем посетителям. Сотрудники музея всегда предлагают гостям отгадать, что же такое находится перед ними. Они сразу теряются, то есть мало кто с первого раза отгадывает, потом они видят, что здесь все-таки фитиль, вот спиртовка, догадываются, что чего-то кипятит. Но, как правило, говорят, что это такое вот что-то типа чайника. Яйцеварка состоит из двух частей. В нижнюю чашу с отверстиями для яиц заливали воду, размещали спиртовку у основания и зажигали. Такое устройство в конце 19-го, начале 20-го веков могло существенно облегчить жизнь путешественника, ведь раньше поездки сопровождались большими сложностями и не везде можно было перекусить. Сейчас точное время приготовления яиц в такой яйцеварке неизвестно, и узнать это, по крайней мере, на практике не получится точно. Вот такая история. Официально сезон в Ивановской филармонии еще не открыт, но первый концерт состоится уже 27 сентября. Любителей джаза ждет программа, которую представит российский саксофонист Стас Майнугин и самый известный музыкант Израиля Леонид Пташко. Саксофонист Стас Майнугин жителям нашего города хорошо знаком. Для тех, кто пропустил первый визит Леонида Пташки в Иваново в 2015 году, стоит сказать, что его имя в списке 100 лучших джазовых музыкантов 20 века по версии Американского биографического института. В концерте также примут участие Сергей Жураков и Алексей Гагарин. А сезон в Ивановской государственной филармонии начнется по традиции в День музыки 1 октября и обещает быть насыщенным. Продолжится реализация проектов, которые именно предполагают участие молодежи. То есть будет представлена зрителю новая филармоническая программа, и как мы знаем, что она у нас реализуется не только на территории города Иваново, но и на территории других городов Ивановской области. Будут новые проекты военно-патриотической и краеведческой направленности, что сегодня по запросам, в том числе и наших педагогов, очень важно, эти проекты будут реализованы. В Ивановском музыкальном театре зрители ждут на большом концерте «Тенора 21 века», который состоится 20 сентября. Известный коллектив, выступающий на ведущих оперных площадках мира, снова приедет в Иваново. Для жителей областного центра «Тенора 21 века» совместно с артистами Ивановского музыкального театра подготовили программу «Золотые шлягеры о любви», в которую вошли лучшие песни итальянской и советской эстрады.
Нам очень приятно, что они обратились с просьбой о таком сотрудничестве, чтобы поучаствовали наши солисты. Но они сказали, так как мужских голосов им достаточно, то будут выступать и принимать участие наши сегодня ведущие молодые вокалистки. Это Наталья Лиляева и это Ирина Смолева. Они будут петь с ними несколько шлягерных номеров. На этом все. Очередной выпуск программы «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. Всего хорошего и до новых встреч!